Та-дам! Я купил шампанское, цветы и полную луну на всю ночь. Спасибо. Поставь вазу. Ваза на кухне. Закончила. Лоботянскому отправь. Ну и как там дела у графини? Как ее? Ольга Николаевна? Ольга Алексеевна. Убита горем. Имение разорено. Петербургские дома захвачены пьяными большевиками. Остались только счета в берлинском и лондонском банках. И фамильные драгоценности. Муж в Варшаве пытается продать векселя какой-то железной дороги. В общем, конец света. Так вот, что значит конец света. Иронизируешь? Если бы ты знал, насколько это для меня важнее всего остального. Андрей! Татьяна Александровна? Еще скажи, чего приперлась. Третий месяц не платим. Как третий? Андрей же говорил, что он к вам заезжал и отдавал деньги. Твой Андрей только завтраками кормит. У него, видишь ли, творческий кризис. А у меня финансовый. А где он, собственно, а? А он, кажется, от меня ушел. Полчаса тебе на сборы. Алло, Игорь, привет. Ты почту смотрел? А можно я подъеду? Во сколько? Ага. Игорь, а тебе понравилось? К вам Родионова. Запускаю. Ну, иди уже, а. В 30 главе «Измени поведение Глеба». Он же герой. А у тебя он как, блин, Раскольников. Чем меньше философии и мыслей, тем ближе к народу.
Действия больше. Твори. Прочитал? Мне понравилось. Только название. Это не название. Все остальное опять розовые сопли в сахаре. Ты можешь писать обычные современные детективы. Только дуры теперь их не пишут. И только дураки на них не зарабатывают. И только дураки и дуры их читают. А какие дураки станут читать про твоих поручиков и князей? Читателю нужны молодые трупы. Они антикварные покойники. Игоречек, миленький, я перепишу. От меня Андрей ушел, у меня хозяйка выгнала из квартиры. Мне жить не на что. Я попробую продолжить наше сотрудничество, но очень сомневаюсь, что в этом будет толк. Игорюнь, я пришел. О! Вот писатель! Знакомься, знаменитый Роман Войдуковский. Очень приятно, я видела рекламу вашей книги «Смерть за вопрос». Ну, это старье. Игорюнь, я недельки через две дострочу свой мегахит, вторую часть авансика. Так. Ты же получил весь аванс согласно договору. Ну... Курочку надо кормить, чтобы она несла золотые яички. Ты мне про Барса узнал? Я подключил нужных людей. Они носом землю роют. Ты мегахит дострачивай. Про Барса потом поговорим. Полетел творить. Подпиши. И вот здесь. Поставь автограф. Может, прославишься когда-нибудь. С надеждой на понимание. Игорек, а кто такой Барс? Барс. Барс-сенсация. Одни его считают военной легендой, другие — придурком. А он из такого ада целое подразделение выводил. Ух. А сейчас? Сейчас гниет. В глуши, в забвении. Потому что один раз вывел отряд из окружения, а командира забыл. Барс. О-хо-хо. Барс на серию романов потянет. Дай его мне. Во. Слушай внимательно. Барсу скажешь, что ты от Быкова. Запомнила? Это генерал, который мне информацию слил. Они и служили вместе. Встретишься с Барсом, позвони мне. Кто Марина спрашивал? Сюда иди. Бабушка! Чё тебе, дочка? Можно с вами? А вот у кого черик стрельнуть-то? Не у кого. Дочка, а ты к кому? Мне нужно найти Барса. Вы его случайно не знаете? А ты ему кто? Я никто. Я хочу с ним познакомиться.
Да кто же это по доброй воле с ним знакомиться будет? Ну, я писательница, мне по работе нужно. Вот по этой улице первый дом наш. Угу. Если что, беги сразу к нам. Если что? Ну, мое дело предложить, связать. В этот двор иди. Поехали. Какого ты крадешься, а? Вы что, специально? Нет, нарочно. Ты что, лялька? Я писательница. А, писательница. Понятно. Ну и зачем пишешь? А? Что, других дел нет? Как зачем? Хозяин, шел бы ты в дом, а? Давай, давай. Ну, так зачем пишешь? Ну, каждый что-то делает, наверное, для того, чтобы оставить о себе память. А. Вот в вашей памяти наверняка много... Память, да, это верно. Вот я рою яму под клозет. Будет в нем человек сидеть, меня вспоминать. Ну, твою книжку почитывать. Листочек оторвет и воспользуется. Вывод ясен? Нет. Сколько для людей не делай, а памяти у них хватает только на то, чтобы на нее наложить и подтереться. Слушай меня и кукушку. А можно я диктофон включу? Не. Не люблю я диктофоны. Арина. Водку пьешь? Вообще-то нет, но мне для вас дали. Я вообще-то не сантехник. Меня за пузырь не купишь. А я вообще-то не в этом смысле. Ну какая же ты писательница, если водку не пьешь, а? Хозяин! Яму сам добьешь. Даю тебе за нее скидку 50%. Сговорились. Как сговорились? Того самого. Сговорились. На кой черт нанимался? Тащи паек. А яму кто докопает? Ну, вон, сыновей найми. Им некогда. Они отдыхать приехали. Ты что, крутой? Вообще ничего не получится. Копай давай. Ребята, не надо, а? Не надо. Да ну не злите вы его. Ничего не надо. Да ничего не надо. Ты кто такой вообще? Ну вот, а ты говоришь память. Все время приходится напоминать, кто ты такой вообще. На, держи. Давай там за заборчиком подежурь. Хотела сюжет? Получай. Ты это, чего оглядываешься? А я к одной бабушке обещала зайти. Ну так зайди. Мне же с вами нужно поговорить, мне вас рекомендовали. Рекомендовал кто? Я от генерала Быкова. Бык? Он что, до генерала дослужился? Я вообще не знаю, кто он такой, мне сказали сказать, что я от Быкова. Подожди, подожди. Сказали сказать? Ты что, и пишешь так же, как говоришь? Держи. Ты вообще это, одна приехала? Одна. Давненько у меня лялек не было. Я уверена, что даже бывший офицер
российской армии джентльмен. Я, Лялька, когда-то тоже был в этом уверен. На, режь. А вы бы не могли называть меня по имени? С именем ты станешь существом одушевленным. А я в бабьи души не верю. Ну-ка, давай, расскажи мне самую плохую из своих мыслей. Их много. Главную. Шел бы ты домой! Нам третий не нужен! Это вы кому? Да местные, видно, опять мстителя наняли. Кого? Бью я их, а они, дураки, обижаются. Ополченцев присылают. Ежели войду с противником в ближний контакт, шныряй под кровать и не визжи. А вот одной ночью по деревне маршировать не советую. Народ у нас нетрезвый. Могут и обидеть. А вы? Вы можете обидеть? Я? Нет. Я же этот, как его? Джентльмен. Жить мне негде. Ага. Писать... Ни о чем. Значит, отступать некуда. Ты бы сначала поела, а то срубит под корень, как елку зеленую. Слушай меня и кукушку. Ну, давай, жалоби меня. Рассказывай, кто там тебя бросил, кто не оценил. А почему вы решили, что меня кто-то бросил? Ну, а какой мужик свою ляльку отпустит одну по таким тылам слоняться? То, что я делаю, никому нафиг не нужно. Я им пишу, пишу о них. А Игорь говорит... Розовые сопли. Кто они? Какой Игорь? Ну что, вам не ясно? Вы представляете, что творилось в 17-м году прошлого века? Я не представляю, что будет в 17-м году этого века. Зачем мне плохие сны? Вы читаете только про кровь и про секс. Вот про кровь не будем. Ну, а про секс позже. Что? Вообще, Лялька, люди читают только для того, чтобы позавидовать или позлорадствовать. Ежели твоя писанина не вызывает ни зависти, ни злорадства, тогда никакая ты не писательница, а полная лялька. И про кого, и про что ты пишешь, нет разницы. Вопросы? Что со мной не так? Вопрос поставлен неграмотно. Что было не так в твоей жизни до того, как ты стала писать? Арина Сергеевна, вы домой? Да, домой. А можно я с вами пойду? Светова! Конечно, пойдем. Что, за училку спряталась, да? Сюда иди. Курбатов, как вы с девушкой разговариваете? С девушкой? Все поправить можно. Сегодня девушка, завтра нет. Дурак!
Курбатов, а ну-ка стойте. Курбатов, я к вам обращаюсь. С уроков смываемся, Ариночка. Нехорошо. Чего покраснел-то? Сергей Викторович, пропустите. Ну, что ты не выкаешь-то? Не в учительской. Принцев в нашем городе нет. У меня квартира, у меня 3 секции по боксу. Арин, поживем, притремся, а потом за уши не оттащишь. Арин. Ты что ли по русской литературе? Руку отпустите. В твоем классе учится Саша Курбатов. Ты ему больше 2 не ставь. Не расстраивай моего шефа. А то я тебе в багажник засуну и прокачу мимо дома. Арин! Что? Курбатов? Без рук? Ну что? Я хочу на ближайший пароход до Турции. А потом в Париж, в Австралию, в Аргентину, в Антарктиду, куда угодно. Но почему хамы так надолго захватили нашу страну? Вы что, специально? Специально? Да? Господи, как мне плохо. Зачем я приехала? Сейчас же объясните мне, почему я проснулась в вашей футболке. Скажи спасибо, что вообще проснулась. Что вчера было? Ты точно хочешь знать? Вы что, приставали ко мне? А. И еще кто к кому? А может, поговорим? Вы Барс? Наконец-то я вас нашел. Генерал-майор Зотов мне именно так вас и описал. Вам от него записка. Читать умею. Пособие. А. Вот. Вы Шувалов? Олег. Это же Шувалов. Олег Шувалов, кино и телезвезда. Ну и что, мне в обморок упасть? Олег, а что, собственно, намечается? Для чего вы приехали к этому странному человеку? А вы для чего? А я приехала с ним поговорить и накопать материал для книги. А вы не знаете? Этот странный человек, один из лучших инструкторов по выживанию в экстремальных условиях. А мне это нужно для будущей роли. Слушайте, так это здорово. Это тема. Артист, бросай ляльку, она вне игры. И за мной бегом. А почему артист? Уважаемый Барс, если вам нравится, что вас так величают, на здоровье. На меня, пожалуйста, зовите Олег. С именем артиста станешь существом одушевленным. А по-вашему, у артистов нет души? Да у вас их до черта. С каждой ролью по одной прибавляется.
Тебе сейчас столько душ, что считай ни одной. Рюкзак снимай. Это тоже давай. А хоть что-то можно оставить? Жадность – порок и путь к гибели отряда. Как я понял, девушку вы уволили. И отряд теперь состоит из одного меня. Вы не можете меня уволить. Для меня это вопрос жизни и смерти. Вы мой последний шанс. Я не знаю, куда вы идете, но меня уже ничто не может напугать. Ты так думаешь? Да. Ну что, артист, расскажи мне самую плохую из своих мыслей. Только из своих, а то вы, артисты, все за чужие прячетесь. Знаете, пожалуй, именно об этом самые плохие мысли. Все время чужие жизни проживал, а свою профукал. Несите сюда, ребят. Кофейку сделай. Сейчас, сделаем. Олег, ну, 3 часа стоим уже. Вся Москва стоит. Олег, ну что, опять? Ну, мало того, что опаздываешь. Ну, как ты такой в кадр войдешь? Дэн, тебя что-то не устраивает? Я могу уехать. Олег, ну, ну прекрати. А что ты тогда начинаешь? Я что, тебе мальчик? Ну, поддерживай друг с этой стороны. Я понял, понял. Сереж, я все готов. Уже давно было все готово. Я не понял, а что стоим? Мы будем снимать сегодня? Приготовились к съемке. Поможем артисту. Хранитель тела 10-6-18-1-1. Начали! Она поедет с нами! Посмотрим! Какой дубль? Денис, по-моему, талантливо и высокохудожественно. Олег, тихо. Олег, послушай, мне нужен такой, ну, технический дубль. Нужно там руки подснять, там ноги, там, как движение это все. Денис, какие руки? Я актер, который работает лицом. А все остальные части тела сними на дублере. Снято! Я не понял, что происходит. Не звонишь, на звонки не отвечаешь. Что, остановили съемки? Олег, мы закончили. Сделай кофейку. Не понял, что вы закончили? Съемки закончили, монтаж идет. А продюсеры разве не звонили вам? Ты что, пургу несешь? Как вы можете закончить? У меня еще 10 съемочных дней. Продюсеры внесли изменения в сценарий, и вы погибаете в перестрелке с бандитами. И сцену с вашей смертью сняли с дублером. Но меня нельзя сдублировать. Меня нельзя убить. Я герой вашей идиотской истории. Я медийный, известный. Известный. Такой известный, что уже даже глухой о вас слышал. 3 ведущих телеканала внесли вас в черный список, не сговариваясь. Значит, Шувалова решили в грязь топтать? Нет. Просто от вашей грязи устали. Любую грязь человека можно смыть. Как? А его же потом. И кровью. Thank you.
Не отставать. Осторожно, ветка. Извините. Вот теперь точно напишите что-нибудь новенькое. Новое написать невозможно. Обо всем уже написано. Я просто хочу писать так, чтобы моим героям сочувствовали и верили. Я тоже хочу, чтобы мне верили. Крючкову веришь? Глибову, Андрееву веришь? Жарову веришь? Играют плохо, несовременно, а все равно веришь. Это потому, что они войну пережили. Вы высказали сейчас очень важную мысль. Невозможно глубоко описать переживания других, если в твоей жизни ничего не происходит. А вот теперь представьте себе, каково нам, современным актерам, из теплой постельки к сытному завтраку, из-за стола на уютное сиденье лимузина, из автомобильного кресла в кресло хорошенькой гримерши, а оттуда сразу в окоп. И попробуй, переживи ужас боя, так, чтоб тебе поверили. Но он же не мог не заметить, что мы отстали. Наверное, это уже начало курса выживания. Стоит сейчас где-нибудь за деревом и наблюдает за нами. Же такая мелкая пакость, а не дышать, не жить, не дает. Всех не перебьете. Я слышал, когда-то в старину была такая страшная пытка. Человека на всю ночь в лесу голым к дереву привязывали. Ужас. Люди хуже комаров. Ну, гораздо лучше нашего инструктора! Я знаю, почему он себе такую звериную кличку придумал. Подъем! У тебя зеркало есть? Выживу. В сейфе заперли. А, ну тогда тебе повезло. Ну что, лялька, не жалеешь пока еще ни о чем? Ну что вы. Я провела чудную ночь. Вдыхая ароматы леса, слушая птиц, только очень хочется позавтракать. Ага, ну что ж, все в ваших руках. Значит так, обойдите сектор в радиусе 100 метров и тащите сюда все, что покажется вам пригодным для вашего выживания. Thank you.
Combien de temps faut-il qu'il termine l'introduction? Parfait. J'ai un autre livre pour vous. Oui. Donc, on peut continuer notre collaboration. Merci. Bonne chance. Лариса, зайди-ка. Позвонила до Родионовой. Не берет трубку. Зачем вам эта неудачница? Детективы, видишь ли, дура читают. Ну, я отправил человека в творческую командировку. От нее ни слуху, ни духу. Но я волнуюсь. Не случилось ли чего? Завтра волнуешься. Как автор она меня давно не интересует. Я волнуюсь за человека. Так. Угу. Что у нас? Вот. Ну, там только трава и палки. Палка? Младшая сестра автомата Калашникова. Когда к ней привязали камень, она стала самым грозным для своего времени оружием. Так. Научитесь думать о главном. Иначе всю жизнь будете скакать от проблемы к проблеме. Как бешеные белки по кривым веткам. Слушайте меня и кукушку. Для достижения цели научитесь использовать все свои навыки. Все, что имеете в наличии. А между прочим, проволоку нашла я. А, благодарность с занесением в грудную клетку. Шерсть распускать умеешь? Нужна длинная нитка. Артист, в ножички играл в детстве? Так точно. На, срежь ветку для удилища. Чего, по-вашему, вам не хватает для роли? Режиссеру фактуры не нравится. Он бы хотел мышц побольше и на полголовы выше. Дурак твой режиссер. У нас спецподразделения каких берут? 190 на 90 на 190. Спортсмены — отличная мишень. У них мышцы на полметра из окопа торчат. На войну нужно брать 170 на 70. Шиш попадешь, фиг догонишь. Согласен? Угу. Ну, тогда политзанятия закончены. Так, леска где? Вот. Артист, бревно на костер доставь. Теперь нам надо к речке возвращаться, чтобы рыбу ловить. Озеро ближе. А здесь есть озеро? Конечно, а лягушки для кого надрываются? Ну что, за мной бегом! Вы посмотрите на нашего Барса. Легенда, джентльмен. Даже не подождал. Ну, видно, считают, что мы взрослые. Пойдемте, Ариночка. А то опять спрячется, а у него удочка. Угу.
Алиночка, давайте руку. Я сама. Вода! Стоять! У вас цель воды напиться или загнуться от поноса, а? Я очень хочу пить. Тащи банку, прокипяти воду и пей. А сразу про банку нельзя было сказать? А сразу пить не хотелось? Знала, что к воде идем. Так давайте я сбегаю. Нет. Наживку найди. Змея. Был приказ змеи бояться, а? Был приказ пищу найти. Змея пища, а ты от нее бегаешь. Нелогичный артист. Какая это к черту пища? Вкусная и питательная. Палочку дай. Плохо не то, что ты ужика от гадюки отличить не можешь. Хуже то, что ты недостаточно голодный. Я вполне даже достаточно голодный. Был бы голодный, королевскую кобру зубами бы поймал. Рыбу ловил когда-нибудь? Ловил. На спиннинг. А я на гранату F1. Держи. Давай, артист. Лови. А вы куда? Ну, надо же ужика освежевать. Оттуда середины бревна, то наколола бы тебя, как жучка, на булавку. Что вы меня лапаете? Да обернись ты. Кто это сделал? И зачем? Вот и я думаю, кто и зачем. Вот вы где. А я рыбку поймал. Алиночка, бросьте банку, я водички принесу. Вы что, не рады? А почему вы в яме? Вы что, упали? Ужика посмотри, я его там бросил. Вот. Я водички принес. Это он сам. Хотел экстрима добавить. Сам вас спас? Я знаю только одну. Из нас троих один ненормальный. У меня алиби. Я рыбу ловил. Если кто-то хотел пошутить, то у него получилось не смешно. Давайте уже на чистоту. Мы тут все взрослые люди. И в каждой взрослой игре должны быть строго оговоренные правила. Если вы решили, что дополнительное чувство опасности придаст нам некий опыт субъективных переживаний... Артист, еще и медведь на язык наступил. Излагай конкретно. Хорошо. С кольями. Ваш фокус. Артист, ты дятел. Это в смысле, что не он? А вдруг и вправду не он? Тогда кто?
А вдруг это те? Ну, помните тех братьев? Вы их отцу отказались яму до конца рыть. Один из них сказал, что вам не жить. Дураков на свете хватает. Всю дорогу думал. А вдруг ее только оглушили. Боялся, что придет в себя. Да не бойся ты. Змейка в глубокой коме. Лопухов собери. А? Артист, а ты помнишь, когда ты начал становиться... Держи. Ну, плохим. Сам плохим не становишься. Всегда кто-то помогает. Помогали тебе твои продюсеры и режиссеры тем, что терпели твое неуставное поведение. Слова для тебя придумали. Сказали, что делать. Одели, красоту навели. Куча людей на вас работает. А в вас и в артистах столько форса и важности. Как будто вы все одни только делаете. Солдата тоже одели, обули, вооружили, научили стрелять. Сказали, что делать, куда бежать. А ему все-то навсего нужно лишь взять высоту. Грамотно контратаку предпринял. Ешь. Так, сначала елки, потом траву. Я тогда постель себе здесь сделаю. Нет, слишком расточительно. Нам сейчас и твое тело пригодится. В каком смысле? Как дополнительный источник тепла. Дежуришь первый вот здесь. Через 3 часа разбудишь звезду экрана. Я замыкающим. Под утро труднее всего со сном бороться. Вопросы? А зачем дежурить? Слушай меня и кукушку. Дольше проживешь. В общем так, через 20 минут отбой. Завтра у вас будет трудный день.